Срочно, если ты хочешь выжить в этот кризис, смотри до конца. Моя цель этого видео – помочь вам зарабатывать во время всемирного кризиса. Ваш продукт – это выжить во время кризиса. Сейчас не будут покупать продукт, сейчас будут покупать франчайзинг. Готовую систему, в которой ваш продукт как инструмент для создания товарооборота. Всем привет! Меня зовут Владимир Коваленко, я эксперт в области построения системного бизнеса онлайн. Кризис, шмизис, коронавирус, коронаминус. Все предприниматели и рабочие терпят многомиллионные убытки. У кого-то кредиты в банке, у кого-то арендная ставка высокая, у кого-то большой штат сотрудников, а у кого-то портится продукция на складе, кого-то просто отправили в безоплатный отпуск, потом, возможно, и увольнение. Очень сложный период времени для любого человека. Предприниматель ты или простой наемный сотрудник. И самое печальное, что бедные в это время становятся еще беднее. Богатые богаче. Так устроен закон. Первое, это потому, что совсем разное мышление. Ищем причины или возможности. Понимаете, о чем я? И второе, у богатых есть какие-то активы. Они запаслись жирком и могут позволить себе в этот период перезагрузиться и использовать свое благо, что впоследствии принесет еще больше денег. Сетевые компании всегда выживали в кризис, потому что люди остаются без работы, без денег, им нужно кормиться. Срабатывает инстинкт выживания, и человек разумный, добытчик, начинает искать возможности. И среди этих людей есть адекватные, кто будет заниматься онлайн-бизнесом и рассмотрит для себя эту прекрасную возможность. Весь мир перемещается в онлайн, и в онлайн люди побегут искать возможности. Поэтому, чем быстрее вы примете эту ситуацию, тем лучше, тем больше времени у вас появится на действие для результата. Даже если вы сейчас готовы идти мыть полы, давать уроки вокала, везде карантин. Единственный выход – это онлайн. Важно понимать, что сейчас мир уже меняется, точнее поменялся. Наступила цифровая эра. Просто коронавирус стал такой лакмусовой бумажкой, чтобы люди это поняли и активировались. Если бы не этот вирус, было бы что-то другое. По-любому. Да, вы же понимаете. Мы повлиять никак не можем на это. Остается только принять ситуацию, поменять к этому свое отношение и сохранять здравый смысл. Антикризисный бизнес – это сетевой. И самый главный продукт, который мы предлагаем – это возможность. Возможность зарабатывать деньги. Если ты начнешь сейчас продавать продукт, кремчики, баночки, какие-то продукты, это не сработает. Это никому сейчас не надо. Важно принять, что онлайн – это спаситель. Все люди сейчас будут сидеть в социальных сетях и искать возможности. Вы, наверное, уже видели, что даже кинотеатры, чтобы повысить лояльность своей аудитории, раздают промокоды на бесплатное использование просмотров их видео телеканалов, ну, например, на 14 дней. Лично я такое наблюдал и пользовался. Карантин – большая возможность вовлечь в себя, в свой бизнес еще больше людей. На сегодняшний день сетевики имеют самый высокий доход в месяц по сравнению с 90% населения. Социальная значимость в том, что мы даем людям возможность зарабатывать деньги и кормить свои семьи. На самом деле государство не зря обратило внимание на значимость проекта и этой индустрии. Так, сетевой охватывает очень большой слой населения. Это пенсионеры, молодежь. Люди, которые попали под сокращение, лишились работы, что сейчас на самом деле очень актуально в данное время. Если не MLM, то что? Где сейчас можно зарабатывать нормально с тем же дипломом? Где ты будешь делать карьеру 10-20 лет от звонка до звонка по найму за копейки? Сам себе не принадлежишь. Где тебя и в хвост, и в гриву? А сейчас я тебе предлагаю создать бизнес в сетевом проекте BSE. Это новый формат модели диджитал бизнеса. Человек строит свой онлайн бизнес в рамках компании BSE с готовой моделью продвижения на рынке онлайн. Обучается маркетинговым инструментам и становится свободным предпринимателем, который
контролирует свой бизнес с любой точки мира в любое время, даже в кризис. В MLM-бизнесе каждый лидер заинтересован помочь своим партнерам. Ты в команде, поэтому шанс, что у тебя не получится, очень мал. 90% линейных бизнесов закрывается в течение первого года. Лишь 3% продолжают существовать более 3 лет и делают однозначный вывод. Бизнес – это огромные риски и шанс преуспеть примерно 1 к 30. Процент успеха людей, кто приходит в MLM-индустрию, в 2 раза выше, чем в классическом бизнесе. Причем без вложений. Сетевой бизнес, он уникален. Когда ты поднимаешься по карьере, помимо того, что ты получаешь возможность реализоваться, заработать денег, появляется больше свободного времени, которое ты можешь потратить и уделить своей семье. Ты становишься человеком мира, потому что у тебя есть возможность путешествовать. По статистике, сетевики путешествуют больше всех. Зайдите, посмотрите в социальные сети, сколько там фото таких людей с разных уголков планеты. Ну а навыки, которые приобретает сетевик за свою практику, позволяют ему зарабатывать в любом городе, в любое время, в любой стране, на ровном месте. Именно сейчас то время, когда ты можешь получить профессию 21 века. Карты так сошлись, что ты смотришь это видео, и у тебя есть сейчас шанс, возможность узнать подробнее о всех возможностях нашего онлайн-бизнеса, который тебе поможет зарабатывать в кризис благодаря четкой, налаженной и, самое главное, отработанной системе. Я не хочу рассказывать, что все будет шоколадно, автоматизировано. Вообще, это тема отдельного видео, но если ты слышишь такие предложения, что делать, ничего не надо, система сама за тебя все сделает, проведет, приведет, заработает. Просто удаляй таких людей из своего окружения. Нафиг с пляжа. Они тебя обманывают, они хотят тебе впарить продукт, а не делать возможность, а точнее не дать возможность зарабатывать. Это тебе мало кто скажет открыто, потому что это невыгодно. Я же тебе говорю это открыто, потому что сам прошел с самого нуля, с самого. Знаю, как все работает, все тонкости, и я сделал результат. Выстроил команду с товарооборотом более 1 миллиона долларов в квартал. Да, бизнес автоматизирован, но есть процессы, где нужна твоя включенность. Просто мы убрали и освободили от рутины и частично автоматизировали бизнес, не полностью. Новым партнерам передаем весь опыт и инструменты продвижения абсолютно бесплатно. Если вы хотите не просто выжить в мировой кризис, а еще создать, зарабатывать и приумножить бизнес, тогда это видео не прошло зря мимо тебя. Ты хватаешь удачу за хвост и начинаешь создавать свою новую реальность, новое себя благодаря бизнесу онлайн. Пока другие будут смотреть Кармелиту, киношки, тратить деньги, а не зарабатывать. Ты первый месяц уже заработаешь свои деньги и потратишь их на себя любимого или на свою семью. Опасно только то, что тебе понравится. Ты захочешь больше и не захочешь больше работать на дядя. Ты можешь точно на меня рассчитывать. Вместе мы создаем новую историю в MLM-индустрии, в которой ты творец и ты главный герой. Напиши мне по любому контакту, который ты видишь под этим видео. Возможно, именно ты станешь следующей звездой BSE в этом году. Дорогой друг, я надеюсь, что ты примешь правильное решение здесь и сейчас. Нет времени откладывать на потом. Неважно, кем ты являешься сейчас, важно то, кем ты станешь завтра. И с вами на связи был Владимир Коваленко. Я эксперт в области построения системного бизнеса онлайн. До скорых встреч. Обнимаю. Смотрите мои следующие видео или предыдущие. Всех благ, хорошего настроения. Поехали дальше.